Дары Охотского моря и Тихого океана снова привезли в Таганрог. Сегодня камчатские производители готовы предложить к вашему столу вкуснейшие рыбные деликатесы. На прилавках, как всегда, богатый выбор рыбы – палтус, белорыбица, чевыча, кижич и корешка. В Таганрог мы привезли самую вкусную, самую жирную, самую полезную рыбу. Это чевыча, белорыбица, палтус, корюшка, нерка. Рыбка вся слабосоленая, все даем пробовать. Приготовлена камчатская рыба по-разному. Есть вяленая, слабосоленая и, конечно, представлено много копченых сортов. Причем процесс приготовления максимально натуральный – на ольхе, яблоне или вишне. И есть деликатесы холодного и горячего копчения. Таганрог – тоже рыбный край. Здесь особенно любят рыбку. Очень жалуют палтуса, белорыбицу, слабосоленую рыбу, чевычу, балычок. Ну, у всех вкусы разные. Кто-то любит холодное копчение, коптим все на щепе ольхи, яблони. Кто-то любит горячее копчение, это рыбка запеченная. Кто-то любит просто слабосоленую, без всяких добавок. Гордость камчатских рыбаков – свежая, янтарная, красная икра – тоже представлена в ассортименте. От одного вида этого свежайшего рыбного деликатеса повышается аппетит. Наша икра, во-первых, крупная, там минимальное количество консервантов, она слабосоленая и очень сливочная, очень вкусная. Рыба, представленная в магазине, доставляется напрямую с рыболовецких предприятий Камчатского края. Транспортируется в пункт переработки в незамороженном виде, сохраняя все полезные качества и свойства. Именно за это покупатели любят и ценят настоящую камчатскую продукцию. При бережном приготовлении в ней сохраняется максимум полезных свойств. Такой деликатес богат кислотами омега-3 и омега-6, фосфором, кальцием и йодом. А ведь сейчас весной самое время, чтобы поднять свой иммунитет. Кроме дальневосточной рыбки, гости снова привезли в Таганрог настоящие сибирские грибы. Для любителей соленых лесных деликатесов представлены грузди, рыжики и царский белый гриб. Разнообразить свой стол вы можете не только рыбой. Также мы привезли грибы. Это бочковые грузди, рыжики, белые. Все они собраны в экологически чистых районах Архангельска. Покупатели в обиде не будут. Такие настоящие лесные морские деликатесы можно отведать только здесь. Многие таганрожцы уже стали постоянными покупателями и каждый раз с нетерпением ждут, когда камчатская рыба снова приедет в наш город. Ну зачем? За рыбой. За рыбкой. Камчатской. Почему именно сюда приходите? Потому что мы рядышком живем и каждый раз как приезжает. Приходим. И качество хорошее. И качество хорошее. Довольны, да. Мы. Довольны. Спасибо. Почему берете именно здесь? Потому что она мне нравится по вкусу, именно вот это. Лучшая икра, лучше, чем в наших магазинах? Ну, там она же все-таки в жестяных уже банках, консервированная, это уже не то. Приобрести все эти деликатесы можно в концертном зале «Олимп», бывшем ДК Ленина, по адресу улица Заводская, 20/3, до 26 марта включительно.